Ну а я со своей стороны 1 мая 2017 года в городе Бендеры пройду к Кракушке именно вот этим вот путем, который я очень-очень давно хотел. 11 часов 15 минут, Бендер. Так, идемте. Дружными колоннами. Как на 1 мая. То есть, если там концерт не начался, то я чувствую, что меня могут просто-напросто надурить. Вот. Пройдя народными вот этими вот путями, мы пришли к Ракушке. Что все-таки нам Ракушка сегодня покажет? Ну, вот тут идут какие-то конкурсы у нас. Давайте все-таки посмотрим, что за конкурсы. Так. Вот такой вот конкурс. Один. Вот люди уже собрались на концерт. Так, вот девочку разрисовывают, чтобы она была красивой. Вот. Вот зрители сегодняшнего концерта. Что тут у нас написано? Ну. Вот. Мальчик будет каким-то зверем. Так. Сколько людей, смотрите. А сколько будет здесь, на этой сцене, еще людей? Даже вы не знаете. Ну что ж. По народным торопам идут сюда. Так. Все-таки у нас лучше, чем в кинофильме «Весна на Заречной улице», я вам хочу сказать. Набережная, Днестр. Что еще надо людям? Разукрашенную фоточку. Так, а что у нас там дальше идет? Здравствуйте, девушки. С праздниками вас. Здоровья, вот. Радости и благополучия. Мира всем, я здесь. Вот как не мы, да? Так. Вот такую я вот воду выпил, и мне от нее было очень плохо. Проходи, пожалуйста, проходи. Вот. Еще полчаса. Но я вижу, почему-то занимают все главные места. То есть последние места. Но что ж. Скоро все начнется. В 12 часов. Между прочим, у нас этот магазин находится по... где останавливается Семерка, улица Суворова. Ну, старая крепость, если так проще сказать. Бар. Так, что у нас тут еще есть? Так, цветы, это понятно.
Так, продают. Главное не быть засвеченным. Все-таки ветер, прохладный ветер. Вот. Закуски. Вот. Сосиска в тесте 8 рублей стоит. Это примерно 72 цента. Так. Еще немного, еще чуть-чуть, и начнется наконец-то концерт. Я вижу, вот люди идут прямо на концерт. И это здорово. Вот, смотрите. Так, этот у нас стоит на площади, наверное, сегодня уехал. Ну, если глянуть цены, то, в принципе, цены, ну, совместимые, можно так сказать. Так. Вот у меня вот такого вот нету. Но мне никто не даст, у меня нету знакомых депутатов. К сожалению, я сам по себе работаю. И рекламы нету. В общем, как говорят, пока жизнь трудноватая. Вот, я так вижу, это участники идут сегодняшнего нашего концерта, который состоится чуть-чуть попозже. И я специально сюда приехал, чтобы посмотреть этот концерт, где будут выступать дети. Ну, как бы не сказать, что людей нету в городе, но они есть. Ну что, давайте еще чуть-чуть так сделаем туда прыжок. Так. Вот участники, я вижу, вот девочка пошла. Это, наверное, все-таки, я так полагаю, Протигаловка сегодня будет выступать. Хотя я видел и сотрудника культурно-досугового центра «Шелковик». Ну, в общем, мы готовы к празднику. Так. О, мне кажется, что, наверное, все-таки идет так называемый прогон. Репетиция перед концертом. Вот. Вот сейчас она начнется. Вот еще осталось полчаса. И я буду вот на этом вот месте. Там здесь посередине стоять. Вот здесь я буду стоять и снимать вам эту концертную программу, которая состоится сегодня. Хоть какой-то аттракцион в городе работает, а то когда не придешь, ничего не работает. Вот. Еще чуть-чуть. И начнется концерт. Он будет, это все действие происходить до 2 часов дня. И затем у нас будет сегодня еще и приетение в городе. Вот давайте посмотрим немножечко ихний прогон. В общем, быть или не быть, вот в чем вопрос, господа. Быть на концерте или быть дома.